Экс-гендиректор компании ДСК Николай Красносельских предстанет перед судом. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется по двум статьям. Частичная и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев и злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. По версии следствия, с мая по октябрь 2015 года Николай Красносельских частично не выплачивал почти 900 работникам зарплату. С мая по сентябрь полностью не выплачивал более чем 300 сотням работников, расходуя имеющиеся денежные средства на иные цели. Общая сумма задолженности составила свыше 12 миллионов. При этом Красносельских имел реальную возможность платить зарплату, поскольку на расчетные счета и в кассу организации поступали средства в сумме более 38 миллионов рублей. Следствием установлено, что Красносельский, будучи руководителем ОАО ДСК, злостно уклонялся от исполнения решения арбитражного суда области, мер к добровольному исполнению решения на общую сумму 2 253 218 рублей 84 копейки в период времени с 26 октября 2013 по 21 марта 2016 года умышленно не предпринял. Денежные средства, поступившие на расчетные счета предприятия, расходовал на иные цели. За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде крупных штрафов, вплоть до 500 000 рублей, а также лишение свободы на срок до 3 лет.